Грайвороносский район Белгородской области зашла группа ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Вооруженные силы России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать, написал он в своем телеграм-канале. По нашим данным, сейчас идет зачистка приграничного села Козинка Белгородской области от остатков украинской ДРГ. Местных жителей эвакуируют в бомбоубежище. Дом культуры в селе Горо-Подол Белгородской области оказался захвачен украинскими диверсантами. Об этом пишет Russia Today со ссылкой на источник, близкий к администрации населенного пункта. Их окружили, работаем, заявил собеседник издания. Гора Подол, село Грайворонского района Белгородской области. Туда в понедельник прорвалась украинская ДРГ, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. До этого были обстреляны находящиеся рядом села Грайвороновского района. ГУР Украины сообщает, что ДРГ состоит из членов террористических организаций РДК и Легиона Свободы России. В ГУР Минобороны Украины заявили, что в Белгородскую область зашли подразделения ВСУ, Русский добровольческий корпус и Легион Свободы России. Ранее Гладков сообщил, что Грайворонский городской округ находится под обстрелом ВСУ с 9 утра. По информации губернатора, пострадали два человека, женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Город Грайворон находится в 5 километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка 6 тысяч человек. По данным источников, украинские ДРГ пытаются отступить на территорию Украины. Сейчас идет зачистка разрозненных групп, не успевших вернуться на территорию Украины. По версии источников, основной их целью были фотографии на территории России.